Тут Виктор, и мы продолжаем проходить Ведьмак 3 Дикая охота. И что ж у нас сегодня будет по планам? Сегодня по планам. Ну, побегаем, поделаем ведьмачный заказ. Основные не будем делать. Допки, по-моему, сейчас тут высокоуровневые остались там, да? Ну, можно, в принципе, на скачках поучаствовать. Скачки в роднице, вот. И поделать... Ведьмачьи заказы хочу поделать. А хотя, что мне тут поделать? У меня вот только 8 уровень кликатун остался. Для остальных я еще доходяга. Лишачиха. Хотя и 10 можно, в принципе, лишачиху. Сейчас я кликатуна завалю. У меня, в принципе, апнется 11, да? А потом... Вот, ну, в общем, посмотрим, как дела сложатся. Как дела будут обстоять. В общем, сейчас давайте кликатуна попробуем. Заказ кликатун. И вот сюда, да? Окей. Так, а где я вообще нахожусь? Так, вот он я. Ё-моё, и что здесь? Телепорта нету. Это вот сюда, что ли, топить? Да я как бы не поверю. Мне кажется, должен быть на той стороне этот телепорт. Ух, 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 стонут-то как. Куда? Вот сюда лечу. Что у вас тут нету, что ли, этой перемещалки? А, вон она есть. Ну, отлично, хоть не зря побежал, да? Кликатун. Я иду. Кликатун. Сейчас надо, кстати, это глянуть бестиарий, прочитать про кликатуна. Что это за... Что за диво такое дивное? Ребят, я запомнить никак не могу, то есть на какие кнопки что нажимать. Поэтому уж извиняйте. Так, вампиры, гибриды. А у меня вообще кликатун тут есть. Духи, призраки, проклятия, огры, рептилии, реликты, бес, ведьма, прибожик, Сильван. А я Сильвана завалил. Огры. Это нахер к ограм относится. Духи, стихии, гонь. Что-то, по-моему, наверное, про кликатуна у меня еще ничего не написано. Так что предстоит нам это все прочитать. Кликатун. Кликатун. Чеслав. Кровавый барон уже мертв. Я слышал, здесь у вас завелось чудовище, которое вы зовете кликатуном. Ну да, завелось. Коров таскает, коз. Если человек попадется, тоже не побрезгует. Пожуй. А он у его милости в охотниках служил. Сказал, что с него хватит. И что он эту бестию прогонит. Взял топор и сел в засаду на кликатуна. Сорвал со стороны полей. А там его и нашли. Кишки по всем веткам растянуты были, как осенняя паутина. Полдня мы его в могилу собирали. Ох, как интересно-то. Кликатуном занялся профессионал. Кто может рассказать о нем побольше? Может, Шимка? Это сын Шимка. Того, что сгинул. Как с ним тяжело будет разговаривать. Он еще по отцу не открывал. Понимаю. Где его искать? А тут он, в моем хозяйстве крутится. Мать его давно померла, вот теперь отца потеряла. Вот я его и пригрел. Ну, лады. Исследовать место падения, поговорить со свидетелем нападения. Так. Давай. Давай. Мелкий ты, что ли? Может, поговорим? Оставь меня. Успокойся, я... Оставь, говорю! Я хочу отомстить за твоего отца, но для этого я должен понять, что его убило. Кликатун его убил! Ты что, не слышал? Мне это ничего не говорит. Опиши, как он выглядел. Вроде петуха, только здоровый. И хвост, как у ящерицы. Я слышал, наш Бобик в лесу заливается. Побежал посмотреть, что там делается. Гляжу, а тут дядька в кустах лежит. А в животе у него дыра. И стонет, и кричит. Я хотел помочь. Ну как? Как?
Спокойно. Спокойно. Будь здоров, малыш. Отомсти ему за твою ботяню, не переживай. Расхерачим кликатуна налево и направо. Так, а мне, надеюсь... А, ну это через ограду придется, да? Понятно. Тогда в обратку. Там-то хер где перелезешь. Кликатун. Да мне попадался же кликатун уже где-то. Я там бегал, когда он попадался. Почему про него в бестиарии ничего не написано, вот непонятно. Дали, сука, себя обработать, как новиградские девки. Чего удивляться? Ну, связались и чё? Чё, может, среди вас герой там есть, кто кликатуна пойдет завалит? Нет? Тогда рот закройте. Да, надо будет на это, на скачки сгонять. Там же можно какое-нибудь там седло, сумку выиграть. Не все же за свой счет покупать. Так, давай. Ведьмачьим чутьем позырим по сторонам. Пузырим. Ну, пока что тут только травка. А, вот он, ты лежишь, да? В смысле, это... А, это собака. Морда в крови. Дрался до последнего. А, это пес этого, да, то есть охотника. Сука, да за собаку я тебя порву вообще на лоскуты. Следы путаются. Монстр зашатался, наверное, он был ранен. Все-таки вломили ему, да? Монстр. Так, а че он. А как нам его найти, этого монстра? Куда? Кровь. Кровь монстра. Кровь. Кровь монстра. Подожди, он что, водяной, что ли? Водяной кликатун. А, тебя сейчас, наверное, там отметелили, да, кликатуша? Клёка. Я тебя буду звать Клёка. Так, подожди, давай-ка мы F5 нажмем, то я сейчас тут добазарюсь, как перетащит меня там. Пополам меня переломает. Клёка этот. Не, Клёка, ты не подумай. Я лично против тебя вообще ничего не имею. Но вот собачку ты зря тронул. Следы ведут в пещеру. Куролиск. Куролиск? Подожди, Куролиск это... То есть это не кликатун? О, стопэ, тогда мы вкачаемся. Давай мы бессмертие вкачаем. Так, а чё ты сюда-то вылезла? Бессмертие, подожди. Ну. И что? Нахер ты сюда вылезла? Давай пока вас сюда повынесем. Блин, мне бы... О! Есть сила атаки. Вот она. Вот она. Вот это я и искал. Силушку атаки. Ух! Сука, перья-то какие здоровые, смотри. Ладно, ничего. Собачка должна быть отомщена. Звук откуда-то сверху. Интересно, откуда? Значит, выкурю его бомбой. Бомбой? Геральт, а у нас есть бомба, Геральт? Давай-ка глянем. Бомба. С санктумом ты хочешь его выкурить, а, Геральт? А, подожди, вон, наверное, туда, да? Хобана. Ну чё? Похоже, он сбежал через другой выход. Надо его поймать, пока он рядом. Сыкливый какой кликатун попался. Так, подожди, а здесь можно еще что-нибудь пошукать? А то я что, зря что ли в эту пещеру залазил только? Сотню долбанных флоринов подобрать? Похоже, нет. Ладно,
Побежали. Сейчас еще кликатуна-то убежит, блин. Вот, теперь не уйдет. Точно, точно Геральт не уйдет. Все, это же давай мы арбалет возьмем. Давай, ускоряйся. Падла, он же раненый. Сука, за собачку. За пса позорно. Точнее, не позорного. С честью погибшего, защищав своего хозяина. Ох ты, гад. Ох ты, сволочь. Подожди, а может Аксием тебя я? Ух ты, гад. А, Аксина, тебя не... А, у меня ласточка закончилась. Слушай, надо сперва будет... Короче, нет, давай мы сейчас попробуем с одной ласточкой. Что-то я просто сильно борзо влетел. Такой бодрячком влетел в него, прям это. Надо, во-первых, арбалет приготовить заранее. А то я что-то прям это... На релаксе. Левлы-то у нас практически одинаковые. Хотя он 8-го там уровня. Ну, для 8-го уровня задание было. Забился в пещеру и не вылезает. А, подожди. Выкурю его бомбами. Бомбами курить. Стой, подожди, давай мы пока соберем. Что-то там пока никого не курим. Все, да? Так, берем бомбу. Отлично. Берем арбалет. Ну да. Надо его поймать, пока он рядом. Погнали. Вот он. Теперь не уйдет. Так, Аксий. Аксий не действует, значит, Игни надо будет. Не, давай еще раз попробуем. Может, будет действовать на него Аксий. Хер его знает. А, ну тебе то есть хоть бы хер, да? Так, не действует. Ну, арбалет на него не это. Отход. Не борзей, просто пару тычек и отход. Пару тычек и отход. Оба-на, да? Ты сильно деловой, что ли? А чё ты мне? Отход. Чё, уже все, уходишь? Ай, ёптыть, опять ты, Аксий. Что ж ты? Отходи. Кликатун, блин. Отход. Блять. Сраный кликату. Скотина. Тут осталось-то хер да ни хера его чпокнуть. Мазила. Ну, все, мы это сделали. Одна ласточка. Победили. Ох ты, реликтовый топор.
И трофей. Все забираем. Сейчас башку будет отрезать. А мечом мне отрубить, что ли? Прикольно, прикольно. Так, окей. Так, а чё, подожди, давай посмотрим, какие бонусы Кликатун дает. Если мы его... Так, это Грифон, он... Малификанс, шанс отрубить конечность. Ну, это как бы не очень. Доп опыт за смертельный удар по человеку. Так, а ты чё мне тут? Куролиск. Не, Куролиск мне не нужен. Ты Куролиск, ты не Кликатун. Так, давай мы сейчас медитнем. Медитнем. По-бырому так, оп-оп-оп. Все, мы медитнули. Лошадь, плотва. И что, получить награду у заказчика? Ну ладно, лошадь, ты здесь стоишь уж, давай. Сгоняем к заказчику. Потренируем как раз верховую езду. Мы же сейчас на скачке с тобой сунемся. Плотвичка. Плотвуля, плотвуля. Плотя, во. Я буду звать тебя Плотя. А где он, интересно, вторую бошку-то держит? У меня же башка Грифона и башка Куролиска сейчас. Блять, кто захочет, тот и поскачет тебя. Че, вообще волнует, что ли? Вот одна у него висит вот здесь, а вторая тогда где? Ой. Из Каэр Морхена. Подожди, Вронница, это же вот. Скачка где-то здесь должна быть. Привет. Чё, ну? Кликатун вас больше не тронет. О, спасибо, мастер. Любезны ваши награды. Немного, но, как говорится, курочка по зернышку, а? Благодарю. И на будущее, если что, имейте меня в виду. Для шибка, говорит, сохраните деньги. Так, допки. Па-па-па-па. Дойти до места, где начинаются скачки. А где они начинаются? Вот здесь, да? Лады. Плотя, ты извини, но там написано дойти до места, а не доскакать. Поэтому придется мне пешком, ну или бегом, но никак не на лошади. Было бы написано добраться верхом на лошади до места, где начинаются скачки, это другой был разговор. А тут понятно написано дойти до места. Блин. Слушай, а если я бегу, это скорее... Я что... Вот, там же дойти надо было. Ну, типа я такой... Весь путь шел. Типа я весь такой путь шел. Рот. Мы можем поговорить? Можем. Только коротко и по делу. Я болтать не люблю. Я вижу. Я Радко. Устраиваю здесь во Вроницах скачки. О, это ты болтать не любишь, хочешь, да? Хочешь попробовать? Скажи. Не хочешь, проваливай. Я хочу записаться. Не нужно ничего писать. Просто приходи на закате и приноси золото для ставок. А, вот и ты, наконец. Правила простые. Выбираешь соперника, с кем хочешь держать заклад. Делайте ставки, потом скачете. Туда и оттуда. Кто первый, тот и молодец. Кто второй, того нахер. Так с кем ты хочешь гоняться? С Матюхом Заикой, с Гансом Железным Гузном или с Черным Богданом? О, давай с Заикой поигоняемся. На полтишок. Пусть будет Матюх Заика. Вот увидишь, я тебя могу. Эх, сука. Ну, выкладывайте ставки и поехали.
Да это выложил. Так, ну чё? Блин, надо было сохраниться перед этой. Так, а куда бежать-то? А, вот. Ноги из жопы повыдергивать. Блять, конечно, управление тут, мама, не горюй. Ах ты подонок. Читер конченый. Куда, блядь, здесь-то? Ах ты, сука, энергия лошади закончилась. А чё, я не понял, я это... Я просрал или чё? Я, короче, с дороги, что ли, сбился? Или что случилось? Вроде как ведьмак. Чутьё и скорость нечеловеческие. А простой солдат его обскакал. Ах так. Ну, кто ещё поскачет? Так, стоп, я такой... Так, а если я загружусь, то я откуда загружусь? Заказ кликатун. Ну, я вот отсюда, вот, давайте... Ай, ты ж, блядь. Ой. Да там непонятно, куда скакать. Какие-то непонятные отметки. Я-то, конечно, пеп его обскакал. А куда там? Налево, направо. Да хер его пойми, куда там. Все. Но это, видишь, это потому, что я не дошел. Это потому, что я не дошел до скачек, а добежал. Вот все из этого, поэтому и просрал. А как еще? Видишь? Было же сказано, дойти, а я добежал. Еще эти постоянно там обработать, его там кто-то обработал. Туда, обратно. Еще и стебется надо мной там, типа, ведьмака, солдатня какая-то тебя там. Я хочу записать. Да не... А, вот и ты наконец. Блять, я что 25 поставил? Ну, выкладывай. Сука, 25 поставил. Вперед, плотва. Там квест был. Да ёб твою, блять. Так, здесь получается вот сюда, да? А, или подожди, или... Ёб твою мать! Это же надо было вокруг дерева, по-моему, обогнуть, или что? То есть надо было дерево обогнуть? Стой, я не понял нихуя. Куда скакать-то? Я тогда туда скакал. Чё-то пиздец, блядь. Полный. Не, ну я тогда ж вот сюда скакал. И он там такой говорит, типа, а тебя, говорит, этот наебал. Дойти до места, где начинаются скачки. В смысле, дойти до места. А я проебал, да, уже? Так, загрузон. Да. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к самозванному.
когда та набралась сил, снарядил ее в Новиград. Чё-то я это... Капец, это ж надо было так. Поговорить. Слушай, ты меня задолбался ими. А, вот и ты на гаках, скеп. Сма... Да опять я 20 поставил, что ли? Ну? Короче, мне надо сделать следующим образом. Возле дерева этого... Его... Пропустить. Хотя, с другой стороны-то... Хер ли его... А, вот суды. Ёп, да блядь. Опять с маршрута сбился. Да в рот тебе ноги, блядь. Да чтоб тебя. Чё-то пиздос какой-то полный. Сука. Управление лошади, блядь. В Новиград. Я знаю, да, ты же задолбал меня своим Новиградом. Давай уже нахер. Мы можем поговорить? Может, я... Хочу. Давай записать. Быстрее. Да не нужно ничего писать. А, вот и ты, наконец. Правила просты. Так с кем ты хочешь гоняться? С матюхом Заик? Опять я 25 поставил, да чтоб тебя. Ну? Матюх. Знаешь, короче, что, я думаю, надо сперва вот что сделать. Просто за этим полудурком поскакать, маршрут выучить. Да. Просто я уже не знаю. А что за... Твое. Не, ну я же в тот раз вот так же скакал. Латва, не так быстро. Я же вот так в тот раз точно прискакал. Прямки решил учесать. С нами такой номер не пройдет. Раз с пути сошел, золото пропало. Хочешь отыграться? Езжай еще раз. Только по-честному. Ну, кто еще поскажет? Понятно. Будешь состязаться? Да не нужно ничего. Мое почтение, Седой. Так с кем ты хочешь гонять? Ну да, пусть это, короче, пусть будет мне. Мне уроком пусть будет. Ну? Типа сошел с трассы там, да? По каким прямкам? Я там, ёптать, хер пойми. Как там скакал?
Славно, славно. Видать, ты не только в чудищах разбираешься, но и в лошадях. Ну, все вот понятно. А как придет охота снова погоняться, ты приходи. Кто еще поскачет? Ну, давай. Будешь состязаться? Конечно, я со всеми тремя хочу. Я хочу записаться. Да не ну. Мое почтение, Седой. А вот осталось двое, да? Ё-моё, ну давай. Пойдём, Ганс, посмотрим, насколько у тебя жопа железная. Я полжизни провел на коне, а вторую половину на пони. Меня не обскачешь. Ну, выкладывайте ставки и поехали. Это мы сейчас проверим. Обскачешь или не обскачешь? Яблочко ты дашь, сука. Славно, славно. Видать, ты не только в чудищах разбираешься. Ну, как же? Будешь состязаться? Сидельная сумка какая-то. Я хочу записаться. Да не нужно ничего. Мое почтение, Седой. Так с кем ты хочешь гоняться? С Черным Богданом. В этот раз я прокачусь с Черным Богданом. Это правда. Прокатишься. Ну, выкладывайте ставки и поехали. Ой, надо же было сохраниться. А хотя что тут? Уж, наверное. Так, Черный Богдан это конь. Шустрый хер. Куда ты ее загонишь? Стоило. Эй, ведьмак! Что тебя, мать, так давай. Вот и все. Славно, славно. Шпоры. Поры получено. Давай глянем, чем я тут разжился-то. Ара-пара-пара-пам. Так, сидельная сумка на 30, да? Херня. На 35 энергии. Мастерское седло прочное на 35 энергии. А у меня здесь на сколько энергии? На 50. У меня покруче, да? И сумки на 70. А вот на 40. Ну это херня. Шоры на 20. А у меня на 40. Ну, все поинтереснее, чем. Все поинтереснее. Ну, это надо теперь мне просто в более высокоуровневых участвовать в сражениях. Все, здесь я все закончил, да? Вот Латвичка стоит. Так, давай посмотрим, что тут еще осталось. Допки. Допки. Кулаки ярости. Велен. Что это такое? Победить рыбожора, победить кузнеца. А, так я ж подраться еще могу, да? Я же могу еще подраться. Это же где-то рядом. О, что, не рядом, что ли? Это что, вообще ни хера не рядом с Велином? Ой, стой, тут какой-то квест. Давай-ка мы сейчас... А, ну туда и потом вперед пробежимся, да? Так. Ё-моё, блин. Вот сюда. Ты там, плотва, постой. А я тут побегаю. Жопа уже устала просто скакать.
Что, в кулачных боях поучаствую тогда? А тут расквестик есть, надо же взять. Да, здорово. Помоги старой слабой женщине. Что случилось? Ночью безбожники часовенку верной милосердной разорили. Чтоб им пусто было. Починить надо на часовенку, иначе верно обидится. Коровы падут, у ребятишек бородавки вылезут, собаки запаршивеют. Парша и бородавки? Звучит серьезно. Я тебе помогу. Я тебе помогу. Часовенку. Ух ты. Готово. Добрые боги мне тебя послали. Есть теперь кому у нас часовенки чинить? У меня уже есть ремесло. Я ведьмак, а не реставратор древней деревянной архитектуры. Точно, точно. Ведьмачье дело со злом бороться. А хулиганы эти окаянные, они похуже чудовищ будут. Да. С тобой не бесполезно спорить, старая бабуля. Пути, я ради этого не стану. А тут везде близко. Боги тебя направят. Конечно, кто бы сомневался. Да уж получше тебя. Защитник веры. Защитник веры. Так, давай посмотрим, куда. Сюда. Я сперва пойду морду побью. Ой, ну и баду. Ух. Бадун. Бадун, бадун, бадунище. Так, это чё? Корчма, кулаки ярости. Пойдем подеремся. Сейчас парамсим там. Хоп-хоп-хоп. Плотва, что ты тут на... Это или ты не плотва? Ты не плотва. Ну ладно, раз не плотва, то хер с тобой. Так, давай-ка сохранимся. Че вы тут, пьяные что ли все? Я решусь. Может, ты пришелец? Я решусь. Ты отчаянный забияка. Такой на турнире бы пригодился. Да и тебе сплошная выгода. Ты подзаработаешь и кулаками помашешь. И как? Я готов. Я готов драться. А, только у меня уровень сложности это нихера не легкий. Через минуту начнется мордобой. Ведьмак сойдется с кузнецом, который расплющит ему морду, как брусок раскаленного железа. Ведьмак страшен. Я у себя в носу кое-что поинтереснее. Шанс стать первым. Чё, правда? О, осталось победить рыбажора. Давай его сюда. Давай. Так, так рыбажор чё, в другом месте, что ли, сидит? Ё-моё. А где рыбажор? Деревня за... Залипье. Деревня Залупья какая-то там. Залупья деревня. Ёп твою мать. Ладно, пойдем. Пойдем в деревню Залупья. Ну и название Залупья деревня, блин. Креативно, конечно, чё. Пойдем, давай. Не, ну мы давай сохранимся. А, нельзя, что ли, сохраниться? Так, а кто букмекер? Ты? Занят, рыбажор. Так, нет, не ты. Кто букмекер? А, вот он. Как тебя зовут? Драться умеешь? Геральт, умею. Тогда давай на ристалище. На ристалище-то. Слово-то какое выбрал. Ристалище-то прям. Че, 70 монет? Давай. Я готов. Поднимем. Давай уже драться. Бабулек поднимем. Добрые люди! Рыбажор наконец-то нашел себе противника! Здесь и сейчас, на этой земле,
он будет драться с Геральтом по прозванию Мало. А я думал Белый Волк. А я Молот, рыбожор. Хочу у вас кое-что спросить перед боем, господин. Пожалуйста. Вижу я, что вы за птица. Куда там мне до вас? Мне б живым уйти. Последнее время в реках рыбы нету. Детки голодные плачут, а за победу дают мешок с мукой. Жальтесь, дайте мне выиграть. Блять, вот выбор-то сложный. Может ты... Да хуй тебе. Я не поддамся. Если хочешь выиграть, придется меня победить. Это точно же бажор. Слушай, я не понял, если он такой доходяга, что у него? Не нашлось это соперников-то для рыбожора. Приятно было посмотреть, как у того на морге расцветает осень. Теперь ты можешь драться с чемпионом этих земель, с нашим сержантом. Он во Вроницах сейчас. Круто. Так, рыбожор, иди сюда. Рыбожор, чего тебе еще? Вот. Я должен был выиграть, но не хочу, чтобы твоя семья умирала с голоду. Держи кошель. Ну, спасибо вам, мастер. Вот это по-пацански. Да. Нормально. То есть на 5 монет-то ты, наверное, побольше купишь, чем мешок муки-то на 5 золотых там, да? Поэтому все нормально. Пойдем, сержанту, сейчас морду начистим. Еще бабла поднимем. Ну, с сержантом-то, наверное, должна драка выдаться на славу. Вот они, да? Кто базарит? Этот ведьмак всех побил. Но на тебя задаст жару. Вот. А, глядите, кто у нас тут? О, хоть подставочка побольше. Начнем. Да, давай. Ну, давай, подходи. Сержант. Охуеть, 12 уровень. Сука. Мудень дырявый. Ну ладно. Я думал, он мне сейчас втащит. Ну и схват. Объявляю всем и каждому, что ведьмак победил сержанта и стал чемпионом Велена. Если тебе мало, езжай в Новиград или на Скеллиге. Там бойцов не счесть. Хорошо. Наказали меня в ходе такой компании. Там должно быть с небес посланы. 160. Сержант, побазарим. Тебе здесь делать нечего. Понятно, по морде я получил, обиделся, да, что ли? Ну, извини. Защитники веры. Давай-ка посмотрим, что тут. Где тут что защитить надо. Тут, в принципе, так-то да, она сказала. Тут, говорит, везде рядом. А хотя тут деревня Клыки сюда. Ой, блин, не, как-то это не по пути Гвинт. Гвинт собрать полную коллекцию карт. Это не то. Ведьмачьи заказы. Вот, 10-й. Заказ заботы могильщика.
Это где у нас тоже в Велине, да? Давай посмотрим, где тут в Велине. Вот, деревня Залипье. А снова? Ёптать, знал бы я, что в Залупе там еще это, за это, сразу бы из лучшего сделал. Поздравляю тебя. А я сегодня стал чемпионом Велина по кулачным боям. Дали, сука, себя обработать, как далеко. Как же вы задолбали своим нытьем? Дали, не дали, обработать, не обработать, блядь. Завали уже. Так, песик, песик, где твой носик? Чё ты? Я пришел насчет заказа. У вас здесь, кажется, кто-то разрывает могилы? На погосте то и дело какая-нибудь гнусь заводится. Выжжет что посвежее и уходит. Вот оно чё. Недавно вот снова началось. Думал я, только бы после заката не выходить, да двери закрывать покрепче. А потом ребятенок пропал. На кладбище? Не, из деревни. Ой-ой-ой. Маленький совсем. Сам бы он сюда не пришел. А я под вечер слышал, будто скулит кто-то. А что ж не вышел проверить, что случилось? Очково. Супротив чудовищ, ведьмака надобно. Очково. Ну так я и есть ведьмак. Я проверю, что делается на кладбище. Пошли проверять. Так, долго? А, нет, недалеко, да, вроде где-то рядом здесь. Красивая у тебя висюлька. Висюлька? Ну, нормальная, да, висюлька у меня. Чё-то тут кто-то шарится, да, у нас тут? Так, кто тут? Выходи по одному. Бродячие псы, да? Отстаньте, шайтаны. Оп. Не, ну это ж не... Мы разрыли могилы, а вонь разложения привлекла диких собак. Но ни гули, ни собаки не похищают детей. Осмотрите кладбище, используя ведьмачье чутье. Копали без инструментов. Понятно. Это о многом говорит, да? Так, здесь что-нибудь можно осмотреть? А, ну тут даже можно... Опа! Давай глянем, что за штаники. Пригодятся, да? Пойдут. А ты нет? Ты нет. А вот. С 17 уровня. Ну, мне это не нужно. Я и забыл, что я такой топор нарыл. Надыбал. А вот еще здесь что-то есть. Разгребли мотыгой? Нет. Вот следы когтей. Разгребли мотыгой. Нет следы когтей. Так, где-то тут еще я что-то в каком красненькое видел. Да, вот. Разрытая могила. Совсем свежая. Воняет старым трупным ядом. Интересно, куда меня приведет этот смрад. Ух! Геральт, как же мне интересно, куда тебя этот смрад приведет. А где смрад-то этот? А вот он, да? Сюда.
Ох, не приведет он тебя до добра, этот смрад. О. Кто бы здесь ни жил, место для логова довольно необычное. Если это создание умеет пользоваться инструментами, то оно разумное. Или хотя бы ловкое. Что-то здесь готовят. Это похоже... детская берцовая кость. Че, людоеды, что ли, сука? Магический круг из черепов. Благодаря ему монстр черпает энергию из места силы. Это должна быть кладбищенская баба. Благодаря силе, полученной из черепов, она почувствовала себя настолько уверенно, что стала заходить в деревню. Если я заберу черепа, ей придется пойти за новыми на кладбище. Там я ее и поймаю. Это ее здорово разозлит. Осталось подождать ее ночью на кладбище. Все. Ну, что ж, пошли. Пошли ждать на кладбище ночью. Так, я же хотел посмотреть, что вот под вот этими вот. Здесь, по-моему, что-то было мне, или мне показалось, что здесь что-то было. Здесь показалось, да? А, нет, вот. Разрывной болт. Магический предмет, смотри-ка, нет. Хорошо показалось. А с этой стороны что-нибудь есть? Или только с одной? Не, ну там волчара, да, какой-то? Не, здесь что-то... И все, да? Не, с волками я там не хочу связываться. Ну их нахер. Пошли злить эту бабу кладбищенскую. Пошли сейчас злить кладбищенскую бабу. Потому что нехер, нехер детей похищать. Ишь, как кобыла деловая, блин. Детей похищает. Так, давай сохраняемся. Так, а чё, куда мне надо-то? Мне надо что, сюда зайти? Сюда? И чё? А куда мне положить-то надо? А, вот сюда, да? Идет, слышу. Вот она, красотка пришла. Обнимемся. О, или... черепушки украл. Свои черепушки. Пусть себе свои накопает. Вот она. Ох ты, ох ты. Геральт, уворот. Уворот. Ворот, отскок. Отскок. Так, оп. 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 А он ядом, что ли, она брызжет? Скотина. Ах ты, падла. Отходим. Отходим. Сволочь. Свинота.
Тварина, блядь. На чем пацана сожрала, сука? Тварь, блядь. Ах ты, Геральт, не, давай. Сука, вот тебе за мальчонку. Будешь знать, падла, как мальчонка вжрать. Ох ты, еще что-то. Какой-то еще хороший меч нашел. Че, башку отхерачил? У тебя топор там есть, возьми топором, отруби. Ножом, да. Так, и что? Что дает нам этот реликт? От кладбищенской... А, он вот здесь будет, да? За смертельный удар по человеку. Да, это не варик. Шанс отрубить конечность. И... Нет, лучше пусть шанс отрубить конечность остается. Так, давай посмотрим, что мне тут выпало-то, да? Вот это ж мне выпало. Ох, 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 какой, какой красавчик. О. Ставим. И что здесь такое? Три... Есть какие-нибудь трехпроцентные у меня, знаете? Шанс вызвать заморозку. Ну, как бы это... Получение адреналина 3%. Что-нибудь на дамаг есть? Трехпроцентная мощь знаков. Пробитие доспеха. Так, это серебряный меч. То есть пробитие доспеха ему нахер не надо. Поэтому что мы можем? Силу атаки только на 2% увеличить, да? Шанс... Потому что если вытащить руны не получится отсюда. Извлечь руны. Он же это. Стой, подожди, а как? По-моему, нельзя. По-моему, нельзя руны извлекать. Нельзя, поэтому пробития доспеха нет. Мощь знаков. Получение адреналина. Давай мы вот это возьмем. Сила атаки. Ну, сила атаки тоже пригодится, как бы. И выбить из равновесия, отравление. Шанс вызвать заморозку. Ну, хер с тобой, давай так возьмем. Своял какой-то кусок говна. Получить награду у могильщика. Пойдем. Получим награду. Меч такой выбил еще. Я пришел насчет заказа. И что? Дело сделано. Эта кладбищенская баба разрывала могилу и похитила ребенка. А что с малышом? Сожрала. Я нашел его в логове кладбищенской бабы. В котелке, если точнее. Мне продолжать? Да вы и так уж слишком много сказали. Сам, сука, спросил. А я не забыл, нет. Нате его. И спасибо за помощь. Прощай. Просто мог спросить, ребенок жив? А что с ребенком? Типа, да? Ну вот, я тебе и ответил, что с ребенком. Че ты? Так, костры Новиграда. Что такое? Заглянуть домой к Трис. К Трис Меригольд, да? Добки. Защитник веры. Так, ладно. Ведьмачьи заказы. Есть что-нибудь еще? Вот еще вот этот есть, 10-й, да? Это в Подлесе. А-ха-ха-ха. Че, попробовать? Давай попробуем. Далеко? В Подлесе. Вот, Подлесе. Ну тут, в принципе, до этого-то недалеко добежать, до телепорта. До телепорта недалеко. Подлесье. Так, сейчас мы там помедитируем. Так, а чё я не понял? Чё с ФПСом-то? Чё случилось? С ФПС? Подлесье. Ёб твою. Что ты меня мотаешь-то взад-вперед? А, или сюда? Куда? Куда? Сюда? Вот дьявол. А я-то деда в
опыту. По объявлению. Я по поводу объявления про Лишачиху. Ты его дал? Не помню. Так и есть я. Вы бы этим не занялись? Вы же ведьмак, верно я понимаю? Я такого видал на картинке у бабки в книжице. Ух ты. Монструм или же ведьмака описание. Ну, как сейчас помню. Нам-то жуть. А для вас что там какая-то Лишачиха? Конечно. Я займусь этим. Кто-нибудь видел эту Лишачиху? Может о ней рассказать? Старый Вильям, должно быть, видел. Но он вам ничего не скажет. Слабое у него было сердце. Нашли мы его утром на полях. Так что люди-то теперь боятся по ночам выходить. Но поговорите с Агнетой. Вроде она видала призрака. А при чем тут? Ничего не случилось? С ней? Да она троих мужей пережила. С такой-то бабой и лишачиха не сдонжит. Хозяйки, что в чаще правильно. Точняк. Ну, ты, чувак, извини, но хозяйки уже в чаще не правят. Говорят, ты можешь рассказать про призрак? Да, видела я ее. Лишачиху видела, как тебя сейчас вижу, ведьмак. Как она выглядела? Попробуй ее описать. По правде сказать, не то чтобы я ее разглядела, смеркалась уже. И тут мне какое-то облако бледное поблазнилось, будто пар. Подошла я ближе, а облако густеть начало. И увидела я, будто лицо в тумане. И что было потом? А что должно быть? Думаешь, я ждать буду, покуда она мне вся покажется? Побежала я в деревню рассказывать. Ясно. Говоришь, она появилась сразу, как стемнело? Это важно, спасибо. Будь здорова. Будь здорова. Так, а сейчас только рассвет, да? Деда. А сам чё не сходил? Ну, давай позырим. Что у нас тут? Что у нас тут есть? Обыскать, используя ведьмачье чутье. Зайчик, зайчик, где ты был? Так, это что за халупа? Давай заглянем. А, это эти спят, да? Ну, у этих-то тут хер что тут найдешь, блин. Дождик. Кончился дождик. А во, нашел. Здесь шла женщина босиком. Все. По следам пойдем. Куда шла? Сюда? А, то есть это... Подожди, это не это... Еще, значит, что-то должно быть, да? Ткань. Возможно, часть платья. Она зацепилась за кусты. Судя по расстоянию между следами, она бежала. Потому и порвала платье. Кто за ней гнался? Хороший вопрос, да, Геральт? Кто же за ней гнался-то? Вопрос, куда женщина бежала? О. Убежать она не смогла. Он ударил ее ножом или перерезал ей горло. Странно, что нож он оставил. На нем засохшая кровь. Это может пригодиться. А в эту сторону он тянул тело. Здесь видны следы. Что сделали с телом? Убийца отнес тело в лес и закопал. Но дело не глубокое, он спешил. Что-то торчит из земли. Письмо? Письмо, найденное в могиле. Хоть я и говорила ему, что не хочу его знать. Знаю, что ты, Букая, не боишься, а вот я боюсь. Он говорит, что любит, только это не такая любовь, как с тобой. А остервенелая, страшная. Не даст нам Букай покоя никогда. Надо нам бежать. Оставь мне ответ там, где всегда. Твоя Зуля. Похоже, девушку убил отвергнутый возлюбленный. Полуношница. Староста наверняка знал эту девушку.
Надо будет его расспросить. Ну да, пойдем поговорим со старостой, потом пойдем опять куда-нибудь. Что тут, что нам еще делать? Только ходить, спрашивать и назад возвращаться, да? Да, я. Вы по какому поводу? Ой. Прощай. Не то нажал. Приветствую. Ты знал Зулю и Букая? Они, кажется, жили в этой деревне. Добрые боги. Откуда вы знаете? Ночаровали, что ли? Они оба как сквозь землю провалились. Мы их неделю не видели. Я нашел могилу этой девушки письмо. Из него следует, что она отвергла Букая, потому что любила другого. Зулиантик, да. Мы думали, они на север сбежали счастье искать. И Букая примерно тогда же съехал. То есть, значится, эта призрачница наша Зуля? Не может быть. Такая добрая была девушка, такая ладная. Может, вы знаете, где они встречались? Ну... Молодые-то обычно на поляну ходят, на запад от деревни, за поля. Зуля. Добрые боги. Добрые боги. Ой. Проклятие это я не сниму. Придется изгонять призрака. Для этого надо привязать его к месту. Ну, пошли привяжем. Надо же нам как-то людям помочь. Днем полуношница не явится. Ну чё, ждем. Ой. Ой-ой-ой. А, это ж призрак, надо вот эту херь использовать. Ирден. Вот сволочь восстановилась. Еще и меня долбит, да, падла? И как же мне... И как же мне тогда тебя победить? Сучка. Так, подожди. Может, мне надо их ее, этих подруг, завалить побыстрее? Слушай, хорошо бессмертие сработало, он отхилило меня. Так, взять про трофей. Так, и что получить? А, все что ли, да? Фух. Награду сейчас тогда получим.
Уже в деревне посмотрим, что там за меч выпал. Квен Игни. Ох ты. Сальто Мортале через забор. Через забортале. Ну. Так, что здесь мне за меч выпал? Это стальной, да? Ну, тоже хорошо. Подожди, а что показывает такой минус 5? Что значит минус 5 и молоток? Я что-то понять не могу. Ну, так-то дамаг у него хороший, да? Хороший дамаг. А это что такое? Шанс вызвать оглушение. А у этого зато мощь Игни, дополнительный урон при крит ударе, шанс критического удара, шанс выбить из равновесия. А у этого есть что-нибудь? Дополнительный урон при крит ударе плюс 11, шанс крит удара, шанс вызвать оглушение. Давай вот так возьмем. Так, шанс вызвать горение, выбить из равновесия. Давай, наверное, мы вот три сюда воткнем, вот этих вот. Слушай, красиво светится тоже. Так вот сделаем. Так, давай вот так, то вдруг тебе тут придется морду начистить. За наградой. Я избавился от лишачихи. Она больше не вернется? Нет, я знаю, как справиться с полуношницей. Ясное дело. Вот тут награда вам, как обещали. Спасибо вам, мастер-ведьмак. Прощай. Прощай. Тот самый белоголовый? Тот самый. Найти корабль, идущий на Скеллиге. Так, чё, давай. Медитнём. Что у нас тут осталось по заданиям? Так, это пока нет. Ведьмачьи заказы. Ну, тут 12 уровень. Чудище с болот, Велен. Ну, там туманник. С туманником жестко драться. Так, охота за сокровищами. Утонувшее богатство. Вот мы, короче, туда щеманем. Щеманем туда. Так. Вот. Но щеманем мы это уже с вами в другой серии. В общем, спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Всем пока.